Кем хочешь стать после школы? Не знаю. Как ты не знаешь? Да не знаю я. Ты, парень, решай. Пока кто-нибудь не решил за тебя, что тебе в жизни делать. Уж я-то знаю. Здравствуйте все. Меня, как вы наверняка знаете, зовут Серж Жиларди. Итак, дамы и господа, вы смотрите этот клип. Возможно, вы одни, возможно, нет. Не расслабляйтесь. Все идет достаточно быстро. Обычно, когда нам что-то предлагают, мы, скорее всего, чувствуем, что нам хотят что-то продать. Значит, надо что-нибудь продать. А что? А что-нибудь ненужное. И зачастую продавцов мы воспринимаем как охотников за нашими деньгами. А быть торгашом и зарабатывать продажей – это в нашей стране долгие годы считалось непорядочно. Заморочили голову наивной девчонки, иди сюда! За это, наверное, и деньги получают. Ну, конечно, раз деньги есть, все позволительно. Все, купи! Все продать! Стоп! Вам не нужны почет, слава, деньги. Вам не повезло. Я порядочный человек. Кто хочет оставаться порядочным именно в понимании героя данного эпизода, может больше не смотреть дальше этот ролик. А вот что мы на самом деле любим, так это покупать. Надо бы корову купить. Надо бы. Да где денег взять? Первый основной принцип достатка, богатства, создания достатка. Это возможность нести что-то ценное в жизнь как можно большего количества людей. Это Colors of Life. Colors of Life – это швейцарская компания, которая начала свою деятельность 11 мая 2010 года. И первые страны, с которых она начала свое развитие, это Россия, Украина и Казахстан. За первые 20 дней товарооборот компании превысил 1 миллион долларов. Это Colors of Life. Colors of Life – это способ взять контроль над своим здоровьем и над своим будущим. И маркетинг у нас строится на принципе от человека к человеку. И как часто мы на это говорим, да знаю я все это. Я знаю больше, чем ты думаешь. А думаешь ты больше, чем знаешь. Но знание и мудрость не одно и то же. Да? А в чем разница? Ты знаешь, как протирать ветровое стекло? Ну? Будь мудр и сделай это. Мы знаем, как зарабатывать деньги. А мы достаточно зарабатываем? Мы знаем, как вести здоровый образ жизни. Но действительно ли мы настолько здоровы, насколько желаем? Мы знаем, как планировать время. А нам всегда хватает времени. Мы знаем, как вести свой бизнес. А действительно ли наш бизнес развивается так, как мы желаем? Мы знаем, у кого и чему надо учиться. Но действительно ли мы учимся у них? Если да, то следуем ли мы их советам? И кто же такой? Серж Жиларди. В любой профессии, в любом деле есть специалисты высочайшего уровня. И еще есть такие люди, которых называют мастер. Это не профессия, это сама сущность человека. Уверен, у тебя есть куча правил на этот счет. Нету правил. Зато есть большой жизненный опыт. Так что я сказал бы, что ты ешь как неряха. Кого волнует? Тебя. Вот в чем разница между нами, Дэн. Ты тренируешься в гимнастике, я тренируюсь во всем. Физическая тренировка тела. Дважды чемпион Франции по дзюдо. Третий дан. Черный пояс. Я тренируюсь во всем. Здоровый образ жизни. Создание и развитие бизнес-проектов с товарооборотом свыше 100 миллионов евро. Я тренируюсь во всем. Обучение людей предпринимательству по всему миру. Организация международного семинара в Каннском дворце кинофестивалей с присутствием более 6 тысяч человек. Инвестиции в разработку и создание новых товаров и услуг, концепции био и эко, которые улучшают жизнь огромному количеству людей. Я тренируюсь во всем. Создает потрясающие, долговечные, зарабатывающие бизнес-команды. Умеет гармонично сочетать страстное увлечение бизнесом и личную жизнь. И с родителями, и с супругой, и с детьми.
это получить доступ к рычагам, к системам, которые позволяют давать что-то ценное большому количеству людей, что является фундаментом для создания достатка, для создания личного богатства. И что происходит в жизни тех людей, которые принимают решение быть в команде Сержа Жаларди? Я просто думаю, что хотя бы раз в жизни нужно пережить этот момент каждому, абсолютно каждому. Но сейчас ощущение не только единения, ощущение не только своего собственного такого торжества, вы знаете, ощущение единства. Каким же это особым образом Серж Жаларди так положительно участвует в жизни людей? Самым действенным, личным примером. Он приезжает непосредственно к людям, обучает, помогает и развивает. А тех, кто на 100% вошел в команду, он приглашает к себе домой. Это настоящий друг. Только при личном непосредственном общении возможно развитие обеих сторон. И сейчас появился новый шанс встретиться с ним. Миссис Грэм, я пришел за своим сыном. Прошу прощения, но у нас сейчас урок истории. Извините, миссис Грэм, вы преподаете историю, а я покажу, как ее творят. Всего хорошего. Создать историю своего успеха. И общение с мастером – это самый верный и надежный шаг к этому. Уфа, Одесса, Казань, Нижневартовск, Вильнюс. Жители этих городов в ближайшие 3 месяца могут лично учиться и общаться с мастером Сержем Жаларди. Или мы хотим посоветоваться со своими знакомыми. Мне много уроков не требуется, я и так хорошо пою. Просто у нас в ресторане певица забеременела. И я хочу пойти по ее стопам. В смысле забеременеть? Она через 3 месяца в декрет уходит. И мне повар сказал, научишься хорошо петь, я тебя возьму. У вас эти вопросы повар решает. Ну а кто еще? Или нас надо поуговаривать? Надя, он же хороший же мужик. Не пьющий, работящий. Ты найдешь такого? Нет. Нет. Вы знаете, есть такой писатель, знаменитый Доминик Хилл, который написал бестселлеры, миллионные просто. И этот Именно специалист относительно того, что позволяет человеку добиться успеха. И должен Он написал фразу одну, которая мне засела очень глубоко. Люди, которые добиваются успеха, у них есть одна общая черта. Они принимают решения быстро. Им очень много времени надо, чтобы изменить свои решения. А люди, которые ходят по кругу, то им очень много времени надо, чтобы принять решение. И они очень быстро его меняют. Выбирайте. Мы здесь для того, чтобы вам помочь. Чтобы это было взаимно выигрышно. Итак, дамы и господа, что мы сейчас делаем? Связываемся с человеком, который дал нам этот диск. Встречаемся с ним и приобретаем билеты на встречу с господином Сержем Жаларди. До встречи на одном из самых значимых в нашей с вами жизни событий.